Добрый день. Вернее, добрый вечер. Пью чай с сахарным песком. Значит, что я буду делать? Пить чай. И с бутербродами. Состав их такой. И состав я еще напишу в описании к видео. Хлеб столовый. Что здесь еще? Сыр Аристократ. Сыроваренная колбаса. Сырокопченая. Сырокопченая. Да. Соус. Вот соус. Вот эти вот. Господи. Вот эти вот соусы. Нет, не реклама. Все. Вот. Будем пробовать. Ну все. Что ж вам сегодня почитать-то хорошего? Так. Так. Так, минус 6 за окном градусов у нас в Санкт-Петербурге. Так, что будем читать такого интересного? Так, почитаю байки. Давно не читал. Почти всех в детстве на велосипеде учили кататься родители. А меня малознакомая девочка. Она просто посадила меня на велик и пихнула с горки. Научилась я моментально. Первая байка. Так. Ah.
Ну, почитаю байки после того, как поем. Так это. Чтобы не мешать себе кушать. Ну, чтоб не отвлекаться. Так лучше, да, со светом? Не светит свет? Нет. Хорошо. Очень вкусно. Да? Еще вкусно.
Сейчас прочту, интересная байка. Мне самому стало смешно. Там еще есть водичка? Есть. Будешь еще бутерброды делать? Буду. Угу. На, налить, пожалуйста. Надо соус тогда. А, соус я тебе дам. Соус закончился почти. Ну вот. Надо заканчивать тогда их. Ну там уже до конца. Самые терияки уже закончились. Американский бургер. Извиняюсь. Ага. Вкусный чай, да. Это чай. Казахский. Да? Угу. Казахский, да. А ты какой хотел? Нет, пока. Пока никакой этот не вы, этот выпьем. Казахский. Будем еще какой-нибудь другой пить. Да, конечно. Потому что если другой чай пить, то этот будет весь аромат выходить. Уже улетучивался. Но чтобы он не улетучивался, выпьем это сначала чай, потом... Вкусный. Я снижающий. Не надо под ног крести. Потому что это... Он так растает. Превращение в человека.
Сколько тебе еще? 3? Да. 2,5? Да, можно 2,5. У меня 2,5, тут хлебушка отрежена. А, ну делай 2,5. То есть не отрежена, а приготовлена. Ну, читаю байку. История произошла в Москве. На станции метро «Речной вокзал». На станции только поставили турникеты со стеклянными створками, которые, если закроются, что так, что мало не покажется. Самый обыкновенный час пик. Через турникет прет заяц, эдакий мужичок, лет 40, с пакетом, в котором, как выяснилось, был примерно 10 яиц. Летит дяденька через турникет, а пакет, значит, сзади держит, чтобы яйца не побить. Сам пролетел, а пакет с створками прессануло. И вся будущая яичница попала на полную такую бабушку, которая культурно стояла и ждала своей очереди. После чего последовала фраза: «Поганец, нормальные мужики яйца спереди носят». Станция лежала. Да? Да. Я представляю. Во-первых, у мужчины не яйца, а яички. Но это имеется в виду... Куриные яйца. Да, про куриные идет речь, Таня. Ну да, про куриные речь идет, но было так, сказано так, как будто это мужские яйца. Ну а да, куриные, это... Да, 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 да. Поэтому весь этот самый... Да, может не объяснять, люди поймут. Ну это понятно, но или нет, я просто говорю, что это самое, как называется, как чего. Ну не просто так. Так. Брательник мелкий, 15 лет. Жжет. Остался один дома, решил сварить пельмени. Ни хрена не знал, как это делать, и додумался позвонить в службу техподдержки с этим вопросом. И что бы вы думали, ему рассказали. Да? Да. Спасибо. Соусом я не поливала. Да, не надо, наверное. Да, нет, наверное. Ну, как хочешь. Как Задорно говорит. Да, нет, наверное. Возьми тогда сырный соус. Сырный взять? А, вот. Да. Можно сырный, конечно. Ну, возьми. Мне же жалко, что... Надо их есть, а то... Извиняюсь, техническая... Неполадка. Так. Сырный соус. Вот такой, это не реклама. Так. Как, чай уже ёк, что ли? Конечно. Закончился? Там осталось там на полкружки. Ясно. Продолжаю есть бутерброды и читать байки для вас.
Сейчас, минуточку, почитаю, что за смешную нашел байку. Как Задорнов говорил, наберите в грудь воздуху побольше. Все, начинаю читать. Надо прорубить каменную стенку, чтобы закрутить шуруп. Нацелился, принял упор. И после не очень долгой борьбы твердосплавного сверла с бетоном отверстие в нужном месте готово. Снимаю палец с кнопки. Дрель медленно снижает обороту. И сквозь стихающее у-у-у слышу все возрастающее мя. Смотрю, моя нога стоит на хвосте кота. Он все это время сидел и орал. Да. Хороший хозяин. Да. Животным издевается. Да нет, он же не заметил, что на кота на хвост наступил, правильно? Правильно, а кот-то думает обратное. Кот откуда знаешь, он там стенку делает или что делает, шум какой-то и все. Он только слышит шум, он не соображает, что происходит. Бедный котик. Я думаю, что с котиком все в порядке. Ну, не знаю. Все это животные считаются членами семьи, которые живут в квартирах по несколько лет. Thank you.
чего, господи. Что-то так. Чего там? Пакет колышется. От ветра. От ветерка. Бабушка сегодня поставила в каждой комнате по миске с водой и стала ждать. Я спросил, зачем? Оказывается, в какой миске вода закончится быстрее, значит, в той комнате прячется ее кошка. Так, там вода еще есть? Нет. А, все уже, юг. Да. Ладно, так и просто бутерброд поем.
Угу. Потемнело. Угу. Еще не все израсходовали, что купили. Около моего дома находится помойка. И возвращаясь на автобусе домой, всегда прошу остановить у помойки. Нет другого подходящего ориентира. Один раз еду, а помойку в огне. Водитель, обращаясь ко мне, говорит: «Девушка, кажется, ваш домик горит». Он уже определился, она живет на помойке, поэтому домик ваш горит. Да. Проживешь? Да. Мой 11-летний, это следующая байка. Мой 11-летний сын сегодня, немного задумавшись, сказал: «Я знаю, почему День защиты детей 1 июня. Потому что 31 мая все школьники приносят домой дневники с годовыми оценками». Что? Байка-то вот эта вот? Да, вверху какая-то. А, байка называется «Ловкость рук». Коллега рассказала, как у нее вытащили из сумки кошелек. «Захожу, — говорит, — в вагон метро. Через плотный поток входящих, выходящих из него пассажиров. Дочь, она взрослая уже была тогда, немного отстала. Я села на освободившееся место, когда Настя кричит от дверей вагона, размахивая моим кошельком: «Мама, ты когда перестанешь с раскрытой сумкой ходить?» Оказывается, когда я входила в вагон, встречная женщина ловко вытащила из моей сумки кошелек. Настя шла немного позади меня и это увидела. «Не останавливайтесь!» Она схватила кошелек из рук воровки. Вот такая вот выхватила, да. Вот такая вот баечка. Ну все. Спасибо, что составили компанию. Нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Вам не трудно, а мне приятно. Счастья, здоровья, успехов. Да, еще раз с Новым годом, с новым счастьем, ну и так далее. Еще увидимся, да. Не переключайтесь. Не переключайтесь, главное не болейте. Все, пока.
До завтра. Пока. Ничего не до завтра, до сегодня. Да? Да. Ну, может быть, до сегодня. Все, пока. Да не может быть, а точно. Точно? Конечно. Сегодня праздник. И завтра праздник. Будет гулять. Будет гулять. Да, ну ладно, все. Лечь последний огурец. Да. Называется.